Первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина посетила Захаровский сельский дом культуры в поселке «Летний отдых». Парламентария обсудила с коллективом учреждения отработку наказов народной программы и вручила директору ДК Владимиру Винницкому почетную грамоту Мособлдумы за многолетний плодотворный труд в сфере культуры Подмосковья. Кроме того, посмотрели творческие работы юных художников Центра детского творчества «Пушкинская школа». Депутат отметила важность развития сферы культуры в Одинцовском округе в рамках губернаторской программы. Встреча с коллективом учреждения прошла в рамках проекта «Культура малой родины» и реализации программы партии «Единая Россия».